Толерантность давно уже стала нецензурным ругательством в России просто по... Можно? Толерантность давно уже стала нецензурным ругательством в России просто по факту последствий своего применения. Если французам хочется уничтожать свою страну, это их конституционное законное право. Могу только напомнить, что гомосексуализм – это несчастье, просто потому, что у гомосексуалиста не бывает детей. Пропаганда несчастья должна быть запрещена. Человек имеет право быть таким, каким он есть, но он не имеет права навязывать это другим.